Сегодня кого нас... сегодня расстрелять? Сегодня КПСС нету, расстреливать не надо. Угу. Просто в тех условиях, оставляя Горбачева живым, мы дали возможность развернуться против ГКЧП. Угу. Если бы он был бы уже уничтожен, то все бы и арестован Ельцин. Все, проблемы не было. И вечером 19 августа было объявлено, что вводится в Москве чрезвычайное положение. Командующий нет, Московский. Я все помню. Вот вы все время туда. Ну, вот давайте все-таки в наше время. Что сегодня? Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».